Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вы найдете, что посмотреть по танкам. Если вы не знали, у меня есть два канала, и на этих каналах я публикую разные видео для того, чтобы успевать порадовать вас обозрением всего, что появляется в нашей игре. Поэтому, если вы хотите абсолютно ничего не пропускать, подписывайтесь на оба этих канала, прожимайте колокольчики на них и обязательно выбирайте все уведомления для того, чтобы получать действительно доступ ко всему, что я снимаю. Ну а в этом видео, ребят, мы посмотрим открытие 30 контейнеров на Химеру. Да, периодически в игре появляются вот такие вот контейнеры. И что самое интересное в этих контейнерах, что в отличие от многих других контейнеров, в этом контейнере нет талисманов. То есть нет возможности вот эту машину собрать себе, просто открыв ровно 30 контов. И здесь возникает очень большой вопрос. А в целом за 30 контейнеров можно Химеру себе получить или нет? Кроме того, стоит отметить, что в контейнерах на Химеру довольно-таки неплохо падает золото, и мне интересно, сколько голды из этих контейнеров выпадет. Я безумно благодарен Мише за то, что он отправил данное видео мне, и, Миш, спасибо тебе еще раз, отправляй, если что-то подобное будет. Ну что, ребят, давайте будем смотреть. Итак, поехали. Первый контейнер я, в принципе, видел, потому что обрезал видео, и по первому контейнеру сразу выпадает 750 голды. То, что выпадает золото из этих контейнеров, я об этом говорил. Еще 500 золота! Следующий контейнер, и здесь у нас целый косарь голды выпадает. Слушайте, да это просто голдопад какой-то получается. Еще 1000 золота! Слушайте, если дальше так пойдет, я в принципе понимаю, почему Миша мне прислал данный видос и попросил его опубликовать. Тут еще 500 золота! Слушайте, а вообще из контейнеров на Химеру бывает такое, чтобы голда не падала в целом? Ну и самый главный вопрос, еще косарь. И самый главный вопрос, Химера вообще будет или можно будет просто 1000 золота? Или просто можно насобирать отсюда голды для того, чтобы ее купить? Ну слушайте, стоимость Химеры 8000 в голом состоянии, это вполне нормальный ценник для этой тачки. Потом посчитай, Химера выпадает! Выпадает все-таки Химера. Я только не обратил внимания, на каком контейнере. Так, 500 голды, 17 до конца, получается на 12 конте. Еще 750 золота. Еще 750! Блин, а говорят, у меня этот аккаунт подкрученный. Да ну конечно! Да ну конечно, у меня подкрутили. 750! Еще 500 золота! Все, я для себя понял, что как только появляются контейнеры на Химеру, я покупаю на всю. Я покупаю на всю голду. Если сейчас будет еще одна Химера, я вообще упаду со стула, потому что сейчас было еще 750 голды. Свободку я вообще не считаю. Слушайте, я не знаю, я на всякий случай перепроверю, не нарезка ли это. Потому что, мало ли, может надо мной пошутили и в принципе, прислали какую-то нарезку одного и того же. Но реально, ну внизу уменьшается количество контейнеров. 4 конта осталось, еще 500 голды, блин. 750 золота. Еще 750. Сколько там в остатке контов осталось? Походу, это последний. 500 золота. Нет, не последний был. Еще один есть. 500 голды и на финише еще 750 голдишки. Просто офигенское открытие. Просто чумовое. Ребят, я беру паузу на несколько минут для того, чтобы посчитать все то количество золота, которое выпало. Ну и потом с вами обязательно это все дело обсудим. Итак, друзья мои, я, короче говоря, посчитал, немножко подофигел. В итоге результат следующий. Что Миша получил? Миша получил Химеру. Ну, как бы восьмерка и довольно неплохо. Она в любом случае 8000 стоит. А в отношении голды, ребят, суммарно ему насыпало из этих 30 контейнеров 19100. Я пересмотрел еще раз видео на всякий случай и увидел, что там, в принципе, никакой нарезки нет. То есть я его по-быстренькому промотал. Да, действительно, все честно, все без каких-то там
дополнительных подвохов. Ни в коем случае не рекомендую открывать контейнеры. Ребят, лучше заходите в магазин, лучше просто покупайте себе танки, которые реально выставляются на продажу, потому что в таком случае вы точно понимаете, что машина действительно будет стоять в вашем ангаре. И не обязательно, что вам будет везти так, как повезло нашему Михаилу. Миш, еще раз спасибо тебе большое за присланное видео. Друзья, подписывайтесь на оба моих канала, ставьте лайк данному видео за труды и старания. Всегда вам рад. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.